Это обед. Завтрак. Это завтрак наш? Да, мне принесли завтрак, чипсну. А, тебе завтрак? Я думал, вот мы сейчас увидим. Добро пожаловать, принц Артес. Добро пожаловать, принц Артес. Не нужно формально. Там что-то про его честь, я короче, рассказали сейчас. Подожди, он говорит по-русски. Я тоже рад. Да? Да. Разухус выключен. Мой отец не теряет надежды, что рядом с тобой я наберу терпения и опыта. Всякий отец имеет право мечтать. Мы остановились здесь. Разведчики сообщают, что где-то за следующим холмом укрыт лагерь орков. Так я и думал. И это еще не все. Неподалеку находится деревня Странборд. Орки собираются напасть на нее. Насколько мне известно, деревня совершенно беззащитна. Я должен немедленно отправиться к лагерю орков. Ты можешь взять на себя защиту Странборда? Конечно, Утор. За меня не беспокойся. Хорошо. Когда деревня будет в безопасности, приходи к лагерю орков. Я буду ждать тебя там. Он будет ждать нас, дорогие друзья. Я считаю, что можно сделать даже слегка погромче звуки. Да, я тоже звук включу, потому что у меня звук выключен. А музыку включить, как думаешь? Музыку. Ну так-то... Я включил. Да, я тоже музыку включу, потому что я, наверное, не буду себе никакую музыку ставить на фончик. Считаю, что она здесь не нужна. Это все-таки компания Warcraft 3. Однако, здравствуйте, дорогие друзья. А с вами снова Алекс Бонд. С вами в голосе Алекс, находится Алекс. Акакий. Конечно. Всем привет. Ты капитан. Не нужно. А я ты сильный. Не работает. Подожди, это получается, а я буду самым классным? Конечно. То есть я буду основными героями, а ты будешь второстепенными, да? Или как? Да. Да, да. То есть ты даже не героями будешь, тебе просто вот капитана будет из ниоткуда появлять. Не, почему? Это персонаж есть в истории Варкрафта. Отличный план. Он прям такой же сильный? И со скиллами? Ну да, с скиллами. И он, ну, прям здесь и он прям здесь должен быть. Отличный план. Ну, он как бы ходил с Артесом, просто в самой компании его не было видно, но он как бы ходил с ним. Подожди, ты не поприветствовался. Со мной голос находится Акаки. Всем привет, я сказал. Да? Куда мы... Да. А, нас компания Warcraft 3 для двоих. Почему Акаки вначале говорил? Потому что он думал, то, что у нас чисто английская озвучка. Ой, это английская озвучка, английские надписи, все такое. Оказалось, что у нас получается субтитры английские, а озвучка русская. Я не знаю почему, как это работает. А что делаешь? Там что-то есть, типа, или что? Или должно быть? В ящиках бывает, я слышать начал уже. Я же помню, что тут прятались какие шмоты бывали местами. Свиток, нифига ты. Пошли к женщине. Пошли. Здравствуй. Сейчас будем ребенка спасать. Пошли ребенка спасать. Что-то слишком громко, подожди. Так вот. Чуть-чуть она потише. У нас получается компания на двоих. Вот так вот. На Акаки, я уже сказал, да. Начинаем. Это Warcraft 3. Получается, хаос версия. Компания, да? Вот тут мужичок. О, за нас мужики, нормально. Ополченцы. Погнали, вот, сейчас улететь спасать. Плюс, фишечка. Детей воровать плохо, поэтому сейчас наказывать. Ты включил звук, я надеюсь? Да, да, да. Имя ты слышишь, как они говорят? Ну, сейчас не слышал, что она сказала. А сейчас? Она просто замигала у меня. А сейчас слышал? Нет. Ты звуки включи, не только музыку, а именно звуки. Я и то включил. Ну, видимо, после миссии как-то появится, потому что... Ну, фиг знает, короче, когда они говорят, не говори ничего, хорошо? Ладно. Чтобы было слышно, так сказать. О, а тут у нас уже, кстати, показался город, не город. Тут сложность в том, что я не знаю, куда они говорят. Снизу титры, либо слева. Спасибо вот сейчас. Он бери кольцо защитить тебе. Ломай дома. Зачем мы все ломаем? Почему такие крушители? Тут бывают такие штуки выпадают полезные. Я думаю, они нам не нужны, мы сильные. А как считает то, что у нас всего 2 часа, и нам надо компанию Альянс пройти за 2 часа, как катком проехать, как он говорит. Я считаю, что эти... Просто смотри, в чем прикол. Почему мы сейчас вначале писали Ю? Потому что, смотри, по итогам миссии мы сохраняемся. Все наши шмотки и прочее перенесутся в следующую миссию. Я понимаю. Знаешь, что прикол? Я предлагаю нам скачать Гарен Тотал, чтобы у нас были бинды нормальные. Это что, не мужчина, что ли? Мужчина, мы все мужчины. Ты меня не тянешь, что ли? Ну просто, надо микроконтроль, там все дела еще просто.
Отдавать, не отдавать. Алекс, ты и Вирхконтроль вещи связаны. Не, просто для этого нужно Гарриантоту, ты просто не шаришь. Ага, нас подставили. Но если ты будешь умирать, я тебе не помогу. С такими биндами просто. Невозможно помогать. Понимаешь? Сколько у меня вот хп хилит? 200 единиц. 200 вроде первого уровня. Да. Значит, можно. Понятно, вот. Отведи туда. А, я что-то твоего видел, а своего не увидел, видишь? Твоего посчитал выше моего. Подожди. Я дал тебе контроль? Да. Дай мне тоже. Зачем? Я твоих, твоих воинов. Ну, я твоих воинов что-то буду. Ты думаешь, у меня мало микроконтроля или что? Я не понял. Я промолчу. Тихо. Быстрее, бежим. Вот, поэтому... Оп, а одного забрали сходу. Бежим как катком по этой игре, по этой карте. Компания, мы уже когда-то начинали проходить. Я думаю, там будет, возможно, ссылочки на следующей части, но это не точно. Ну, вряд ли, нет. На прошлой части будут ссылочки, получается. То есть, если вот вы смотрите вторую серию, будет на прошлую, как вариант. Так что вот как-то так вот. А это получается первая часть, поэтому ссылочек никаких не будет. Ну только ссылочка на Discord, который можно прекрасно подписаться, ссылочка на YouTube канал, на который также можно прекрасно подписаться, на Twitch канал. Вот. У нас Warcraft. Они что-то какие-то бешеные. А есть щитки, что ли, какие-то, я не знаю. Щитков нету. Бейт, води, хилься. Бейт, води, хилься. Нормальная система. Надо по одному бить, мы же не боты, вот, да, вот этого. Я по одному и бил, давай жирного. Ну ты гений, надо сначала балдальников убивать. Зачем? Я отхиляю нормально. Ну ладно. Ну у него 28 урона, он страшный. Учетная книга Герарда. Страница этой книги покрыта новыми рядами цифр. Нормально. Так, ломать дала. Я уже что-то понял. Дома это святое, да. Повышение защиты, я полезный, я через пассивки играю. У нас получается озвучка русская, титры английский, кто еще не понял. Разумеется. Вот. Хил. Во имя хила. Разумеется. Маны, кстати, нет. А у тебя там есть кусочек маленький вижна? Да. Да, там же кто-то есть какой-то там островочек маленький. Отличный план. Нормально. За честь и отвагу. Что нам скажет этот мужичок? Конечно. Мотку даст. А он ждет, пока я ему книгу дам, да? Да. Не нужно кланяться. Отличный план. Оба, теперь я сильный. Ладно, держи. Отдай мне молот. Вообще лучше мне, потому что я танк. Повышение силы героя, так в смысле, я тоже танк. Нет, ты хил, а я танк. Нет. Бей бугаев. Я дамаг. Я дамаг. Хила, если что, нет. Абсолютно. Мы фигово стали у меня, вот. Не могут. Обойти все нормально. Видишь, как я тактически отвел своих, чтобы твои смогли удобно встать. Тут тактически приехала идеальная девушка, погрела мне покушать, сделала чаек. Просто солнышко. А, у нас за 2 часа, мы еще должны успеть пообедать, поэтому как-то так. Получается, у нас... Мы проходим сейчас главу Альянса, главу орков мы пропустили, которые обучаем на обучение. Это что сейчас там было? Сейчас будет бой, сейчас будет, сейчас банши, будет зомби. Не нужно кланяться. Нет, должна быть банши. А где она? Ты видел эту? Отличный тело план. Было. Кабанчик был. Там был призрачный кабанчик. Там должна была быть пульта как банши. А куда он делся? Исчез. Он же призрачный кабанчик. Вон орда. Надо сразу охотник. А, это волк. Давай, волк. Давай. Еле. У него просто урон осадный, он как бы нам не так страшен. Ну ладно. Ну так-то да. Но он жирный, по идее. Да, он даже не сомневался. Скажи, чтобы было удобнее подойти, да, там что-нибудь такое. Естественно, не помещался. Так, нам вообще надо на лево, если не ошибаюсь, слева будет нужный юнит. Мне кажется, надо ходить вместе, чтобы мы, ну типа, не этот, ну ты понял. Вон там должен быть нужный юнит, туда надо убить. Катсцена пошла. Тащи этих вместе с остальными. Он типа сказал этому, а этот передал всем остальным, и в итоге они сами пошли, все понятно. Догнать, убить. Чё, давай, может, орк сначала? Не, гипей коня. У этого хаос урон там. Ладно, дам броню. Так уж и быть, да? Да нормально все, что ты это, не трогай. Все по плану. Врешь. Убили коня. Главное убить коня. А как у меня второй сейчас бьет по орку? Ты видел, какая там дальность?
Да, да, чисто в спину своему. Вообще. Бешеный пехотинец. У нас, кстати, цветок исцеления есть, так что надо, чтобы всех побили, и потом будем. Да, на будущее оставим. Все готово. А у тебя это... Это был у тебя скилл или что? Что у тебя еще по скиллам? Щит, у меня только... щит, который уронный башен. Да хранит вас боже. Не беспокойся, мы спасем. Не скипай. Они вернутся домой целыми и невредимыми. Принц Артас, лорд Утер ждет вас у лагеря орков. Вперед! Он говорит это срочно. Это нормально то, что этот конь еще говорит, а мы уже это... Все, надо сохраняться или что? Да. Или все? Сейф? А, стоп, он... Сейф-код нам он выдали. Ну вот я думаю. А его как скопировать? А никак. В смысле? Ручками. Делаешь скриншот, потом заходишь куда-нибудь и ручками переписываешь его. Ой, фу, бе, неприятно. Согласен. Вот ты вылетел, вообще прикольно. Если он меня сейчас пропадет... Вылетел? Я просто свернулся, а он вылетел? Да. Ты заскинить не можешь, что ли? А, да, у меня ожидание... Твоя иконка мне мешает. Да, ладно, что ж, дорогие друзья, данный видосик подходит к концу. С вами был Алекс Бонд, Акакий. В принципе, все. Компания Warcraft 3. Если хотите увидеть продолжение, оставьте ваш королевский комментарий. Всем удачи и всем пока. Всем пока.